Авиакомпания «Ямал» не будет взимать штрафные санкции при вынужденном возврате билетов. Это касается всех рейсов с вылетом до 1 июня 2020 года, вне зависимости от того, субсидируются они из бюджета или выполняются на коммерческой основе. Мера связана с рекомендациями ограничить количество поездок за пределы округа из-за коронавируса. Мы решили на своем уровне в части авиакомпании «Ямал» все билеты, которые будут сданы с сегодняшнего дня по 1 июня, пока решили сделать такую отсечку, ранее приобретенные билеты, все должны быть возвращены, вся сумма должна быть возвращена покупателю билета в полном объеме. Конечно, здесь могут быть не учтены разные агентские сборы, в зависимости от того, где люди приобретали билеты, на каком сайте. Но сама стоимость билета должна быть возвращена в полном объеме. Все необходимые изменения авиакомпания «Мал» уже сделала на своем сайте. Возврат оформляется в офисах продаж агента авиакомпании «Авиаспецтехнология» или через колл-центр по бесплатному номеру 8 800 234 4402. Также возможность возврата будет предусмотрена на сайте перевозчика. По данным авиакомпании, под новые правила возврата попадут более 52 тысяч авиабилетов. «Ямал» выполняет рейсы из аэропортов округа по 33 направлениям. 30 из них субсидируются из федерального и окружного бюджетов.